Замена шлангов, установка счетчиков, сигнализаторов загазованности и другого газового оборудования. Мероприятия, от которых, казалось бы, зависит безопасность. Но если в дело вступают мошенники, страдают и кошельки, и сами устройства. Именно они являются целью лжегазовиков, проникающих в квартиры под предлогом установки новых девайсов, а в итоге пытающихся убедить поменять уже имеющиеся. Однако отличить газовиков от аферистов можно. Первое, на что стоит обратить внимание, униформа с логотипами компании. Затем удостоверение. Настоящий сотрудник обязан предъявить его при первом же требовании. Также убедиться в том, что перед вами действительно работник газовой службы, можно, позвонив по телефону, указанному в договоре. Помните, только специализированная организация имеет право на установку газового оборудования. Несмотря на это, часто мошенники действуют в формальных рамках закона, а правоохранительные органы не могут их наказать. Прежде чем запустить газовика в дом, убедитесь в его честности, ведь потраченные деньги уже не вернуть.